чего ты тапки не доставала? Я не бритый, не бусы, клювый, мешку. Понедельник. Хочу собаку, но не такой большой. Я боюсь, она меня увезет, если с такой собачкой будет. Так, смотрите, по поводу обуви, главным образом, как и любое кожаное изделие, не сушить ни батареи, ни их обогревательных приборов. Это вредно как для кожи, так и для подушки. Вот. Они такие довольно грубые, на всякий случай можно первое время, первые там дней 5, разнашивать как какой-то более толстый, более плотный носок, ну, чтобы не натирали. Ну, забираете по чеку месяц на продолжительный брак. Чек не теряйте, пожалуйста. Спасибо. Ваша ботиночка. Спасибо. Пожалуйста. Машине его посадить как-то. Меня как будто завис фотик от холода. Ну, прикинь, я нажимаю на стоп, play, а у меня не нажимается. Дорогие друзья, наш черный пес Петербург немножечко заболел. У него вода пошла в желудок, ничего не ест. Надо его к доктору водить. Поэтому предлагаю скинуться, кто чем может, товарищи, на ветеринара, на таблетки. Отчитаемся по полной, на что сколько будет потрачено. Спасибо. Студия Wild Horns решила немножечко расшириться, поэтому мы сейчас ищем помещение побольше, чем у нас было.
Если у кого-то есть какие-то возможные варианты, звоните, пишите в личку. Можно написать мне, можно написать на страницу группы, можно написать Лео Рицбековичу Корсиковичу, который в данный момент поглощает корм. Ну покажи, кто у нас корм поглощает. И надпись. Корм черепашкам. Это черепашка. Ну все, 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 Зим. Русский рок-клуб. Весь творческий союз. Лондон. С Новым годом, с Новым годом, с новым счастьем. Всего самого наилучшего вам. И собачка, с Новым годом. С Новым годом. Все, все, спасибо, до свидания. С Новым годом. Моя. Лео, что ты сидишь? Тебя никто сейчас... Он уже привык, что его все время фоткают. Ему надо сидеть. О! Зайчик. Несчастный. Я вам приеду.